Ребята, всем доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас идем на завтрак. Миланка для чего-то взяла с собой водный пистолет, пумп. А зачем ты его взяла? Мы же идем в столовую кушать. А, Милаш? Я захочу. Кстати, ребята, если ты учила ручку, надела очко воды. Ага. Это ты сейчас в бассейне? Мы сейчас позавтракаем, идем в бассейн. Потом вот так, и ты вот так делаешь, выливаешь вот так воздух. Сейчас посмотрим, как Миланка будет играться. Я сниму в бассейне. О, класс, круто. Так, ну пойдемте, девчонки и мальчишки. А также и хранители. Та-на-на-на-на. Ребят, знаете... Спускайся. Ребят, вы знаете, что это пенопласт? Пенопласт? Ну да, это пенопласт. Спускайся. Нет? Потрогай. Нет, это не безопасно. А что это? Это специальная такая поролон. А на ней лед не ломается? Ломается, Милаш. Ничего не бывает вечным. Все ломается, все портится. Давай, аккуратно. Подожди, ты видишь, с пистолетом идет, а вдруг там что? Она, да, все проверит, а потом тебе скажет, можно или нельзя. Я на завтрак взяла, сегодня не было запеканки, и я взяла себе кабачки фаршированные, ну не фаршированные, а, по-моему, с каким-то соусом, не знаю. Блинчики с творожной начинкой. Слоечки тут с вишней, сыр, это сгущеночка к блинчикам. Миланке взяла кашку овсяную, Миланка что-то не хочет, тут чуть-чуть поест, и я сейчас яичко принесу, вареное яйцо она будет кушать. Здесь сыр, колбаса. Попробуй сюда плотненько. Принеси нам одно яичко, Милана. Яичко. Да, потому что Милана сказала, чуть-чуть буду каши, много не буду. Чай, хлеб. Знаете, какой здесь косячок? Кофемашина поломалась, поэтому я без кофе и буду пить зеленый чай с лимончиком. Лика, ты что пить ничего не взяла? Не хочу. Возьми там компот, йогурт. Нет. Воду с лимоном? Ой, принеси мне тоже воду с лимоном. Ага, спасибо. Ребята, всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. А Лика себе взяла вот такие фаршированные рулетики, как типа с крабовым салатом фаршированные. Но я не буду кушать, но это, наверное, очень вкусно. Всем приятного аппетита. Миланка в большом бассейне взрослом плавает. Классно, никого нет в бассейне сейчас? Ой, хочу. Миланка, плыви отсюда. Я не могу, я... Тут глубоко сильно. Очень глубоко, да. Нет, иди сейчас, так иди сейчас, давай. Держи Милану. Милане комфортнее в нашем бассейне. Ой, в своем бассейне, в маленьком. Миланке там с горкой он. Ты такая легкая в бассейне. Только в бассейне. Пока грибок не включили, когда включается гриб, тут водичка так стекает красиво очень. Плюх! Прыгай. Бомбочка пошла. Лика монтирует видео. Ты на какой канал, Лик? Бьюти. На бьюти канал. У нас сейчас обед. Сколько? 3 часа. Где-то часа через полтора, я думаю, мы уже пойдем на море. Утром были в бассейне, а сейчас вечерком сходим на море. Поплаваем. Я надеюсь, что мы поплаваем, потому что вчера... Ну, я не плавала так. Я плавала. Стояла, ноги мочила в воде, потому что, ну, не знаю, там волны, и вода была такая мутная. Как-то было не очень комфортно. Кстати, очень холодная, да.
Потом теплая. Потом, да, тепленькая была. Мы уже собрались уходить, она более-менее теплая стала. Вот Лика искупалась разок и все. Кстати, Лика вчера купила себе еще вот такой вот браслетик перламутровый, он побольше. Я купила вот такой браслет, они тоже перламутровые, я разных цветов взяла. Ну, я примерно вот такого цвета взяла и... Нет, у тебя более такой вот с розовинкой, да, он? У меня вот золотой и прям такой белый перламутровый. У тебя он немножко переливается сиреневым, розовым, и он побольше, видите, браслетик. Мы сидим на балкончике, кушаем печенька юбилейное, сэндвичи. Пока Лика монтирует видео, Миланка там в телефоне играется, мы в самолетике поигрались. Сидим, смотрим на стадион. Да. Кто-то занимается спортом, а сами кушаем. А сами кушаем печенька, да. А кто тут занимается спортом? Здесь никого нет. Сейчас просто время такое. Сейчас, да. Сейчас еще в лагере. Здесь лагерь у нас. Постоянно, периодически здесь занимаются. Да, здесь так интересно такое, это, знаете, это зона обзора. Здесь все видно. Вечером у них тут какие-то тренировки, утром построение. Тоже какие-то тренировки, то танцы ребята учат. А вот вчера они сидели у костров. Раньше жгли костры, а сейчас яркие лампы ставят. Ну середине, да, типа это... И вокруг садятся, да, и, наверное, последний день был для них. Ну да, да, как он называется, забыла. Ну, в общем, последний день лагеря, костер, да, как-то да, так. Да, такой костер. Ко мне присоединилась Лика. Да, Лика? Угу. Прислушиваюсь, не могу понять. Здесь и птички, и вот эти вот, как они там называются, тараканы, в общем, по деревьям. Эти тараканы, кузнечики, ты имеешь в виду? Нет. Их когда по-другому, на цены, по-моему, называются. Муха-цокотуха? Да? Ну, понятно. Вот, слышите, такой этот свист такой? Но они разные свисты. Ой-ой-ой-ой, Лика, держи. Вот там один свист, печенька. Вон там другой. Я не понимаю. Это Лика вкусное печенье. А, да? Поем. Да, и здесь ничего уже нет. Давай. Тут сок есть. Я сок не хочу. Черешня. Я сок не хочу. Что с ней на ужин будем? Я хочу какой-нибудь овощную рагу. И какой-нибудь салатик легенький. Цезарь не хочу, надоел. Просто вот легкий капустный такой салат, тут витамин или как это назвать. Мне очень вчера понравился этот павлиный хвост, баклажан фаршированный, очень вкусный был. Но мы сегодня идем в другое кафе. Мы тут каждый день ходим в разные кафешки, пробуем блюда, что нам понравится больше. Вот, поэтому тут можно при отеле тоже кушать. У нас как бы шведский стол, завтрак только и все. Обед и ужин можно просто ходить и покупать, ну, как бы, идешь, просто покупаешь, что у них есть. Тут как бы есть, но это уже отдельная плата, не входит в стоимость, вот. И мы пробовали и в нашем отеле, в принципе, вкусно, да. Но, я говорю, мы каждый день хотим пробовать разные кафешки. Есть также кафешки при других отелях, да. В нашем отеле мы как-то обедали, очень вкусный был супчик такой из лапши куриной. Очень вкусно, прям у них то ли курочка домашняя, не знаю, такой наваристый, вкусный был, да? И очень вкусно мне понравились пельмени домашние. Да. Это на ужин, мы как-то ужинали. Обед тоже. А, обед, да? Да. И рагу. Рагу, да. Ну, в принципе, да, тоже все вкусно. Ну, завтраки мы в основном показываем, завтраки тоже хорошие. Миланка себе выбирает тоже татуировочку. Я уже выбрала. Какую ты хочешь татуировочку, вот покажи. Это. Вот эту, так она длинная, посмотри какая. Надо какую-то маленькую, милаш. Вот смотри, вот здесь вот есть какие-то ромбики, можно цветочки, звездочки, можно такой серебристый цветочек выбрать, нет, милаш. Вот это? Да. Я тоже себе хочу какую-нибудь татуировочку. Улики здесь я видела, она, наверное, унесла, тоже себе делает сейчас, по-моему. А я хочу себе перышко такое, золотое, на руку. Покажу сейчас. Мишарик спит. Мишарик спит? Да. Ну что? Нет, Милаш, сюда. Какую? А может вот сюда? Давай. Как цветочек такой. Давай. Угу. А мне вот такой вот перышко. Нет. Лика, сделаешь, ладно, сейчас? Хорошо, чтобы все видели. Ну прям, чтобы вот видно. Какой ты хочешь? Вот такое перышко хочу. Только я не знаю куда. Наверное, это на ногу, да, будет прикольно перышко. На руку. Или можно на руку, да, перышко? На руку тоже вот сюда можно делать.
А может быть вот сюда сделать на руку? А? Нет? Сюда. А может тогда на ногу и на руку? А может быть тогда? А может тогда на лоб сделать? Ну-ка. Пойдем. Вот такая у Миланки получилась татуировочка. Прикольно. Так и другая, она не сидит. Ну, конечно, круто. Сейчас, сейчас я тоже пойду делать. Я буду себе делать вот эту вот. Перышко? Да, перышко. Давайте, мастер мне. Вот сюда буду делать. Так будет поприкольнее, мне кажется. Чем вот здесь, да? Смотри. На другую руку, не на эту. Смотри, где хочешь. Ну, как ты считаешь? Ну, мне кажется, перышко... Мастер только делает. Что это за мастер? Какой-то, не знаю, непрофессионал. Давай, как? Приложи мне, пожалуйста, вот сюда вначале. И сюда. Сюда, сюда, сюда. Ага, вот сюда. Вот здесь, да, лучше? Еще раз. Мне больше здесь нравится. Хорошо, давай здесь. Ну, я согласна. Это ты делаешь. Я согласна, да, вот тебе сюда. Ходить с ним. Вот сюда, да. Я согласна. Вот так или вот так? А еще раз переверни. Вот так. Я согласна. Алика тоже себе сделала. Она не показывает. Она вредная. Вообще очень вредная девочка. Да. Пойдем. Вот такая вот у меня татуировочка. Нравится, Милаш? Угу. С ней пойдем еще повыбираем на рыночке, да? Да. Вышли погулять. Сейчас идем на море. Смотрите, что у нас здесь включили. Или я очистка, или я не знаю, что-то. Мне аж не подходи, а то, видишь, водичка выливается. Класс. Да, да. Пойдем, Милаш. В бассейне никого нет. Это как вообще? Не подходи, ты намочишься, Милаш. Это как? Это вот он тебя... Ну, наверное, очищает, и пока леденец. Это вот тебя спускается. Ликуль, да. Идем? Да, идем. Милана, пойдем. Олика, у тебя прям так эти шлепки, сумочка, вообще круто выглядит. А еще у меня браслетик такой же. Вау, еще и браслетик, да. А у меня тоже с ней вот такой вот браслетик. Достань панамку, Миланкина. Панамка, а то солнышко. Ой, я, кстати, сегодня обула новые эти шлепочки. Миланкину? Да. Лика тоже взяла с собой. Я не стала брать переобуваться на пляже. Сразу обула пляжные. Не хочу. Пока. Вот так. Оп. Два бублика Миланкину торчат. Вот так, все. Ну все, круто, класс. Пойдем. Мы уже домой собрались, переоделись. Миланка. Милан, тут не выходи, видишь, мокро. Миланка Ликины очки решила погонять взять, да, Милаш? Круто! И это, мое видно советенькое. Угу. Сегодня водичка такая тепленькая, хорошая, мы накупались. Ты чего делаешь, солнышко снимаешь? Лика! Лика солнышко снимает, да? Ребята, надо очки одеть, чтобы в глазки на папу. Все, Милаш, пойдем. Она холодная, ледяная. Говори морю до завтра. Нет, она не ледяная. Мы идем сейчас ужинать. Миланка, тебе так очки? По-моему, большовато, тебе так не кажется? Так, мы уже поужинали, сейчас чуть-чуть прогуляемся и уже будем идти в отель. Будем монтировать видео, будем уже потихонечку отдыхать. Хотим посмотреть сегодня телевизор. Это Миланка. Хотим солнышко. Я бубликами. Класс. Какой-нибудь фильм посмотрим, да? Поваляемся. Посмотрим. Давайте в магнит, и там около магнита тоже есть ларек. Точно, да. Так, магнит мы прошли. Прошли? Или сюда? Туда. Нет, туда. Да, поворот. Туда. Магнит вот там. Да. Магнит же там? Там. Ну, пойдем. Ну, пойдемте чуть-чуть. Нет, правда, наверное, назад. Мы, наверное, прошли его мимо. Разве? Да. Мне кажется, завод такой. Нет.
В общем, это такое... Нет, мы потеряем. Ай! Нет. Я же сказала, тут ветка. Ветка зацепилась. Здесь вот шубу продают. Шубки. Покупаем шубки. Завтра мы хотим поехать в Геленджик. Ну, если вы проголосуете за это. А, да. Лика завтра просто на свой канал хочет снимать. Подписчики управляют моим днем. И будет несколько вариантов. Вот, и может быть поедем. Я решила, что вы проголосуете. И может быть поедем в Геленджик. Но я что-то так не подумала. Да, что проголосовать могут за другое. Например, остаться в отеле. Или сходить на рыночек, или на магазин. Да. Ладно, ребята, все, мы идем в магазин, потом в отель. И всем пока-пока! Пока-пока!